Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге victan.info. И тема сегодняшнего выпуска будет 10 решений, о которых вы будете жалеть уже через 10 лет. Итак, первое – это маска. Носить маску, чтобы произвести впечатление на других, если на вашем лице, которое вы всегда показываете миру, находится маска, то однажды за ней может не оказаться ничего. Когда вы производите слишком много времени в размышлениях, что о вас подумают другие, то вскоре забудете, кто вы есть на самом деле. Самое глупое занятие на Земле – это думать о том, что о вас думают другие. Каждый в большей степени будет озадачен сам собой. Не стоит бояться осуждения других людей. В своем сердце вы знаете, кто вы есть на самом деле. Вы не должны быть совершенными, чтобы производить впечатление и вдохновлять других людей. Пусть они будут поражены и вдохновлены тем, как вы справляетесь со своими недостатками. Второе – это гнаться за чужой мечтой. Это может быть мечта, навязанная социумом, либо соседом. Величайшая сложность жизни – найти себя, вторая по величине – быть счастливым с тем, что вы найдете. Ваше решение – остаться верным собственным убеждениям, собственным целям и мечтам. Если вокруг есть вас люди, которые не согласны с вами, то это очень хорошо. Это значит, что вы твердо стоите на земле и идете своим собственным путем. Временами вы будете поступать так, что другие будут считать вас сумасшедшим. Но когда поймаете себя на этом и на том, что вы, не ощущая времени, балдеете от того, чем занимаетесь, то точно знаете, вы идете верным путем. Третье – это нахождение в плохой компании. Никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не позволяйте себя втягивать в плохую ситуацию. Гоните таких людей от себя. Они не смогут спустить курок, если вы не ставите их руку в пистолет. Всегда помните, держаться подальше от плохой компании – это не выбор, это обязанность. Четвертое – это самовлюбленный эгоизм. Жизнь, наполненная хорошими делами и отношениями, будет самым лучшим надгробием. Тех людей, которые вдохновляют и делятся своей любовью, будут помнить еще долго, после того, как их не станет. Поэтому лучше запечатлеть свое имя в сердцах и в уме, а не на камне. То, что вы сделали для себя, уйдет вместе с вами, а то, что вы сделали для других, останется в мире. Пятое – это избегать возможностей для роста. Если вы хотите узнать о вашем прошлом, посмотрите на то, где вы сейчас находитесь. Да-да, то, что у вас есть сегодня – это синтез того, что было вчера, о том, о чем вы думали вчера и позавчера. Если вы хотите заглянуть в свое будущее, посмотрите на то, чем вы сегодня занимаетесь. Вы должны отпустить старое, чтобы освободить дорогу для нового. Прошлое ушло и никогда не вернется. Если вы это осознали, пришло время сделать шаг вперед, и это вас приведет к успеху. Шестое. Сдаваться – это тогда, когда становится очень трудно. Не будет ошибок и не будет результата. Даже если не получается так, как вы хотите, это не повод сдаваться и опускать руки. Никогда не сдавайтесь. Поверьте, что вы можете и двигаетесь дальше. Тот, кто продолжает двигаться вперед шаг за шагом, в итоге выигрывает. Побеждать себя снова и снова, двигаться вперед – это главное сражение, которое приводит к выигрышу. Это процесс, состоящий из маленьких шагов, решений и действий. В конечном итоге приведет к славному моменту, называемому триумф. Седьмое – это попытки контролировать каждую мелочь. Жизнь должна трогать, а не душить. Иногда нужно просто расслабиться и позволить всему идти своим путем, без
постороннего и постоянного волнения за эту ситуацию. Без этого контроля сделайте глубокий вдох. И когда пыль усядется, вы сможете опять увидеть свою цель без тумана в глазах. Поэтому позвольте случиться тому, что должно случиться. Получать меньше, чем заслужил. Будьте достаточно сильными, чтобы идти вперед, и становиться мудрыми, чтобы ждать того, что заслуживаем. Иногда мы падаем, но лишь для того, чтобы снова подняться еще выше. Иногда, чтобы яснее видеть, ваши глаза должны омыть слезы. Не сдавайтесь. Девятое. Это бесконечно ждать, когда наступит завтра. Проблема в том, что вы постоянно думаете, что у вас будет много времени для осуществления тех или иных целей. Но однажды вы проснетесь и поймете, что у вас уже нет времени на осуществление того, о чем вы всегда мечтали. И услышите, чтобы это, к этому моменту большинство поставленных целей было достигнуто. Либо у вас в руках будет список оправданий, почему вы этого не сделали. И десятое – это быть ленивым и невыразительным. Помните, что мир вам ничего не должен. Это вы должны миру. Мечтать – это хорошо, но переставайте мечтать, вернее, переводите собственную мечту в цель. И идите к ней, действуйте, что-то делайте на пути к этой цели. Возьмите контроль над вашей жизнью. Вы важны и вы необходимы. Это глупо сидеть и ждать, что когда-нибудь кто-то зачем-то и что-то сделает вместо вас. Когда-нибудь – это сейчас. Мир нуждается в вас. Действуйте. Действуйте, и у вас все получится. И я верю в это. Для тех, кто хочет, у них всегда получается. Напоследок, очень хочу вам пожелать всего самого светлого, всего самого доброго, всего самого лучшего. Действуйте, дерзайте, и у вас будет получаться. Всего вам доброго. С вами был Виктан. До новых встреч. Жду ваших комментариев у себя на сайте viktan.info, ибо на YouTube вряд ли представится такая возможность всем отвечать. До новых встреч, друзья!